Всем привет. Всем привет. Сели в поезд. Как всегда. Не удержались. Кушать. Едем, да, едем в шахты. В Сочи проехали, решили перекусить. Да, еще. На вокзале как раз перед отъездом нам позвонили наши подписчики и передали нам подарок. Такой подарок. Такой вот. Огромный. Лещ такой, аромат какой-то, я не могу вообще, да ну так. Ой, вот он, это да. Это анализ. Ну какой. Вот спасибо. Это прозрачно. Вот такого леща нам передали потом. Спасибо большое. Всем это, мне леща получается, тут еще. Тебе леща. Да, ребенку передали тоже. Тебе. Это. И Наташе вот передали. Это мне. Да, всем. Ой. По подарочку маленькому, красивому. Да, классно. Да. Но мне больше нравится вот этот подарочек. Ну, конечно. Это, это сильнее. Ой, чудо какое. С лещиком. Вообще, спасибо огромное. На. Лову проехали. Море грязное, там совсем ливень ночью был. А это что? Совхоз. В 73-м? Ты чё? Конечно. Давно уже. Сахар мало взяли. Чё это такое? Не знаю, что это такое. Ребенок брал. 13 штук. 13? Именно 13. А что, 20 нельзя было взять? Я вообще сказал 10 взять. Я думал, по 2 хватит. Берега узкие. Узенькие. Зубовая щель, где людей смыло в море. Да. Под мостом. Жертвы. Они ночевали, под мостом остановились на ночевку. Может, тоже речушка. Их смыло. Здесь море чистое. Вот эта река, вот она, иди сюда, здесь лучше видно. Вот здесь они останавливались. Да вот отсюда их так смыло. Не здесь останавливались, вот. Они с той стороны реки. Дети купаются, видишь? Mm-hmm. Вот их отсюда смыло. Вот они внизу здесь останавливались. Вот здесь? Да. И вот тут такой был подъем воды. И унесло в море. Машины плавали здесь. Так еще не спаслись? Высота дороги, тут не снял, высотища. Ну, я, да, не знаю. А я не спаслись? Все, сейчас я. Нет? Ухожу. Черт. Там надо покатать. Смотри, сколько, посмотри, здесь столько коряк, деревьев, это вообще. Весь берег, вон, огромные деревья. Подъезжаем к Лазаревке. Солоники. Там сейчас проезжали столько бревен. Вон тоже здесь. И жгут прямо на берегу. Шалаши делают. Вот, пожалуйста, да, шашлыки делают. Да, что хочешь, Андрей. Это значит, опять тут недавно жарится, было глянь, здесь шторм. Смотри, куча мест. Помнишь, мы проезжали, было чисто. Смотри, прямо на берегу он жгут. Целый
Да, огромные, смотри, кострища были. Да, вот тоже тут нудисты. Сколько, о, нудисты, сколько тут? Один почему-то. Не один. Не нудист. Лес выносит, сколько сейчас, вон, деревья лежат. Вот опять. Плавают деревья. Вот нудистский пляж. Кошмар. Проехали. Вон они лежат. А здесь уже нет. Нормальные люди. Ну, они все нормальные. Немножко, конечно, каждого. Кому-то нет, жалко, нету интернета. О, вот тоже лазерка, смотри, что, сколько людей. Сейчас река будет, все зовцы. Что там мелкое совсем, смотри. Лазаревка тоже. Здесь дождей не было. А там полные реки грязные. У нас Сочи, Лао. Ну, Мзым-то чистая. Мзым-то чистая, это значит, это, видишь, до Сочи дошла. Да, видишь, она. Лао до Сочи. И то Сочи, ну, еще не так, как в Лао. А вот она. Вот там грязные реки, а здесь нормально. Люди отдыхать любят, приезжать туда, некоторые отдыхают. Там был такой классный бассейн. Именно в Лазаревку. Бассейн? Я помню, это место, мы здесь ездили в прошлом году. Ну, конечно. Ну, в Лазаревке же аквапарк тут, да, есть? Кобяков. Здесь тоже будет выступать Кобяков. Офигеть. Хомяков? Кобяков. Хомяков. Кобяк. Вон оно колесо. Вон оно. Колесо образения. И здесь русские пельмени, Хабибка, странно. Людей на Лазаревка пляже. Глянь, сколько о, людей. Ничего себе. Многие любят. Видишь, какая-то какое-то развлечение. Лазаревка. Уже все сюда. Ну, все, пляж нормальный. Нет камней таких. Ну вот нравится людям так вот море. Ну, песчаное. Без волнорезов. По мне так это наоборот. Это... Ну ладно. Любишь волнорезы и что такое? Ты можешь, ну, сказать, люблю, да. Что мне любишь? Нырять надо. Я люблю нырять больше. Под водой нырять, поэтому без волнорезов неинтересно. Горблей смотреть, да? Да, вся живность, рыба в основном. Там, где волнорезы. А вот так вот просто пляж, берег просто. Нет. Особенно, когда людей много. Да еще людей, да, столько. Обалдеть. Ничего себе, да? Да. Круто. Не, ну, наверное, чай... Наверное, а ты что делаешь?
Наверное, чайку еще не переплюнули. Все равно. А, пляж? Ну да. Да, смотри. Ну, вот вода смотри какая. Тут уже чисто, да. Мы ехали, было грязно и пасмурно. Сюда выехали, смотри, уже облачности вообще нет. Все ушло туда. Здесь уже солнце. Все. Не, море чистое, было прозрачное. Море чистое здесь, да, все. И что-то здесь строили, и все выбило, да? Зафига так быстро, близко к морю. Да, смотри, разрушил шторм, как он насыпает, смотри. Почему хотят убрать это? Представляешь, или дорого содержать? Ну, то, что она набрушается, все-таки место такое опасное, море рядом, ты видишь? А вот железную дорогу ручкой хотят перенести. Давай помажем ручкой. Да, она не купается. Ручкой машут. Это ты помахала, я чуть не... Ты хотела же помахать. Блин. Но здесь хорошо. Здесь такая, здесь, здесь с маской, да? Обратно приедем. Что это? Не надо. Обратно приедем, будем купаться, вода будет. Где, сюда? Теплая, да не сюда, домой. А мы тогда тут раз ездили, людей меньше было, да? Ну, здесь совсем море какое-то хорошее, чистое. Сейчас проезжали дельфин. Большой дельфин лежал на берегу. В воде прям черный. Да. Почему тут кто псы, вода чище? Хотя всякое там кровь. Ну да. Что-то. Я не знаю. Ну там кто псы, видишь, нефть этот завод. Выбросы есть, сбросы есть, конечно. Там пляжи в мазуте, садишься, камни грязные в мазуте. У нас раньше тоже такое было. Раньше нефть доходила до Адлера, доходила нефть. Я помню, садишься и вымазываешь штаны и все. Сейчас-то такого нет. Вот смотри. Да, переходит. Переходит, смотри, вещи держит, ничего себе. Ну, а чего нет? Там глубина хорошая в реке. Угу. Какой хороший день. Ку-ку, 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 ку-ку. Аж поезд идет. Море и море, видишь? Едем море и море. Сейчас скоро будет лес, 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 да. А потом будет поле, поле, поле. Да, по-моему, поля, по-моему. Да, везде. Ближе проехали водопадный, голубую дачу. Бакланы сидят, там, смотри. Я сейчас смотри. Как лягу. Бакланы, интересно, он да в море плавает. Немножко, 5 минут. Ой. А бакланы рыбу ловят. 5 минут. И чайки. Вон, глянь, сушатся. Будет. Сушат крылья. Так интересно, крылья растопыривают, сидят. Ну, кто обсе, подъезжаем. Смена станция. Смена караула. Палатки он на берегу стоит. Но это пакетом сразу запахло. Че? Бич-пакеты. Люди набрали столько. Сейчас в поезд ну, садились. Сухариками запахло. Набрали пакеты, ну, да. Сколько ехать сейчас до этого? Че там? Кто едет 2-3. Дня, Екатеринбург, вообще несколько дней, наверное, я не знаю, ну дня 3 точно. Заваривает, мне же захотелось. Запах. Сухариками запахло. Танкеров не видно в море? Что? В море корабли-танкеры стоят с палатками они. С палатками?
палатками? Макапсе станция. Раньше, да, тут вот на той стороне отдыхали домики, были турбазы. Что здесь вот в Макапсе? Здесь ничего не видно. Здесь море, да, с этой стороны. Ты на ту сторону пошла? Вот такое бревно, деревья такие лежат, плавают, обалдеть. Но вода здесь чистая, море. А здесь ничего нет. Посмотри, вода какая. Какая? Хорошая, чистая вода. Вон проехали, сейчас здесь соединёшь корылу экскаватором. Девочка увидела. Да, она не увидела, наверное. Увидела. Ну, какая интересная здесь. Смотри, смотри, сколько дров достаточно, чтобы мидии пожарить. Рапанов отварить, тут прекрасно. Рыбку поджарить, да, конечно. Да. Вот за мужиком. Здорово, вон стреляет, смотрите. Охотник, морской охотник. Подводный. Морской. Смотри, сколько чайки, смотри, интересно. Ну, где дров-то, смотри, сколько дров. Ой, блядь. Там вообще. Требуется массаж. Массаж, ну, ну вот видишь. Какая работа у тебя, массаж на руке. Лесик не видно там? Да нет, оно прямо. Танкера вот видно. Так. Танкера видно уже? Ага. Она говорит, не видно. Ну, не видно. Вот дальше. Смотри. Хочу. Скала. Но, дно древнего моря. Вот оно, да. Подводные скалы вот эти вот. Хочу на море. Смотри, пласты какие. Древнего моря. Да. Ты представляешь здесь, как интересно понырять с масками, да? Да не представляешь. Это, я не представляю. Это люди, которые не любят это делать. Которые любят просто купаться, просто зашел, поплавал. Да. Речушечка. Деду, помаши рукой, деду. Все. Опять одет свет, да что ж такое. Спутник. Ну вот спутник. Станция. Ой, сколько дров тут лежит. Слушай, ты забыл, с этими дровами заболтал. Да я просто тоже дикие пляжи и леса сколько повыносило. Сколько дров? Да нормально дров. Нормально, это не нормально, тут завалено да, все. И плавает. Что яблочки хочешь? Желтые? Да. Блин, что ты мусоришь? Это я? Лесик. Лесик, да, я знаю. Стаканчики какие? Яблочки. Яблочки. А, смотри, как интересно, пляж. Тоже речушка выходит небольшая. Смотри. Маленькая, она теряется, смотри, прям. Болотная. Народу нету, хорошо. Опять туннель. Да. Тебе нравится? Мне нравится здесь сидеть. Мне тоже. Здесь так хорошо видно и так приятно сидеть, чем задом наперед. Нет, это мое место. Твое? Да. Блин, так здорово здесь, слушай. Так, станция Магри. Вот он, Магри, Магри. Вот она, Магри. Это сейчас идет граница. Все, Сочинский район закончился. Мам, город Сочи. Мам, большой Сочи. Ходил закончился. Там же все-таки вон гора, вот речка. Гигантская, там деревья. Начался. Лесик, ты можешь минут секундочку? Внутри роют. Начался Туапсинский район. Это очень долго. Отсюда пошло сейчас Туапсе, Туапсинский. Шепси, Дедеркой, Туапсе. Прям на волнорез заехал на машине, смотри. Ничего себе. Обалдеть, вот уже. Тут уже даже на машинах можно на волнорез заезжать. В Сочи нельзя выходить даже на волнорез, кричать начинают. Нырять, уйдите с волнореза. Здесь на машинах заезжают. Вот в чем разница Туапсинского района и Сочинского. Почему хочется все-таки нам, не знаю, сюда все-таки, да? Здесь более свобода действий.
Волнорезы какие, вот здесь место какое. Обожаю волнорезы. Без волнорезов это не море. Да, рыбалка какая здесь на волнорезах. Все чудо просто, ныряй. Лови крабиков, горбылей. Кайф. Чего только нету, живности сколько. И без волнореза, конечно. Слушай, а что это растет? Ракитник. Ракитник? Угу. Ничего себе. Она цвел? Вот они уже танкера стоят. Подъезжаем к Туапсе. Ну вот тут будем искать место для жилья. Ну я примерно посмотрел, чтоб все волнорезов нет. Весна, дедеркой там вот. Весна это прям перед Туапсе. Ну будем где-то смотреть район дедеркой. Небо за Туапсе. На том железной дороге. Да, не слушаются, интересно, Баклан. Электричка. Вот. Люди купаются в палках. Ну, пусть палки, но море чистое. Да и вода, чем грязное. А вот здесь почему-то вода цвет такой уже другой, не бирюзовый. У нас была бирюзовая, потом весь сюда пришла, да? Какие-то платы. Все подъезжаем, почему-то вода меняется. Сеть, видишь, стоят. Сети ставят, да. Вот интересное место. Дедеркой. Дедеркой. Да, вот он, дедеркой. Они плывут или стоят? Здоровское место. Они плывут или стоят? Стоят, стоят. Они заправляются нефтью и уплывают. Уголь, нефть. Тут все, погрузка идет в порт Туапсинский. Они куда-то плывут. Грузовой. Потому что мы едем. Ну это кажется, да. Мы плывем, они едут. А вон он огромный пароход стоит. Сейчас подойдем к нему, подплывем. Слушай, ну смотри, какое место, мне нравится. Смотри, какие волнорезы. Тут иди пешком. А здесь, смотри, ветерок. Люди, вот смотри, смотри, какой ветер. Смотри, зонты как-то. А это весна, скорее всего. Не, южный, смотри. Это южный, не самый южный, а южный просто. Северо-южный. Да, это севернее чуть-чуть. Я воды хочу. Да что с тобой такое? Слушай, а? Что ты? Я что, на где? Я то хочу, я это хочу. Почему ты знаешь, что ты это хочешь? Вот это лайнер стоит. Обалдеть. Сейчас весна, станция будет. Должна быть весна. Вот, вот они волнорезы пошли еще здесь тоже в этом месте. Смотри, их бетоном, смотри. А, это, вот, смотри, статуи нет, да, видишь? Да, да, да. Гизельдере. Это Гизельдере. Статуя с дельфином, девушку. Сломали. Вот Гизельдере. Стырили. Да, вообще ее нету. Разломали. К машине привязали. Показывали, рассказывали. И на машине дернули, все это сломали. Гизельдере? Это Гизельдере. Гизель, да? Гизель, да. Ну это тоже там. Ну прям перед Туапсе весна будет. Ну там уже видно, вон он порт уже, вон он уже, краны стоят. Вот он какой. Глянь, огромный. Ну это танкер. Лесик. Он больше просто пустой. Это танкер, но он своеобразный, смотри, какой интересный, да? Просто пустой поднял, так я сейчас не знаю, да не, он по-другому сделан совсем. Как вода его держит? Он же тяжелый. Но он же внутри-то. Интересно, да, какой, смотри. У него впереди, видишь, этот, как она называется, такая. Нос. Шнур. Да, внизу. Ниже, видишь, из воды торчит. Бугор такой, видишь? Mm-hmm. Где ватерлиния, вот чуть ниже. Ну он весь всплыл весь. Море здесь какое, смотри, какая вода.
Я не удивляюсь, что. Ну вот. Вот весна, скорее всего, сейчас станция. Вот смотри. Весна, вот и. Танкеров что-то мало сегодня, смотри. Обычно все заставлено. Они вроде бы вот так стоят, на рейде. Вот так вот. Лагуна прям. Да. Они стоят вот так вот. На самом деле вот так вот. Ну смотри, какие пляжи хорошие, а? Хорошее место. Отлично. Вид красивый. Красивый вид, мне нравится. Не портит абсолютно порт. Смотри, как впечатляет. Танкера стоят, порт какой красивый. Пляжи, смотри. Симпатично. Посмотри, как. Да. А где эта гора, так, где снимали вот фильм? Дальше, вон она, скала Киселева. Это она? Вот дальше, вот за поворотом. Вот, это она? Да, за поворотом. Не, ну дальше чуть-чуть. За этим поворотом скала Киселева, да. Мы ее не увидим, да? Нет, мы не увидим, мы же поедем сейчас. Мы уже все, здесь железная дорога заканчивается, я вдоль понимаю, моря. Но... Все, нет, уходит, она здесь не будет. Она дальше. Она вот за этим поворотом. Корабль. Мы не корабль сделали. Да, вот здесь вот уже подъезжаем. Сейчас центральный пляж Туапсе. Центральный пляж Туапсе. За портом Туапсе. Вот. На той стороне дикий пляж. Река Туапсе вот здесь, и дальше река Паук выходит. Какая? Паук. Паук? Да. А это Туапсе. Центральный пляж. Вот он здесь, нефтеперерабатывающий завод. Грузовой порт. Лес, уголь. Здесь он грузит все. Нефть на танкера. И лес грузит. Лес и уголь, да. Все, да. И отправляю за границу. Ну смотри. Интересный пляж. Куда нам? От нас. Только за границу? Да. Слушай, вообще. Это весь пляж и все? Центральный? Да. А что, мало? Там дикие еще на той стороне, вон он там. Это центральная, здесь вот кафешки. Ну приедем, погуляем здесь. Вот все, заканчивается стеночка уже, все. Больше мы не видим. Ничего, слава богу. Давай, уходи сюда. Ну не балуйся. Река Туапсе, смотри, какая все очень красивая, да? Ширина. Ну посмотри. Тут рыбы. Вон на том мосту рыбаки ловят, сидят. Вот, снимаются, рыбаки люди ловят, отдыхают. Вот он, завод. Здесь уже пальм нет. Ну, город промышленный город, конечно. Ай, господи, боже мой. Ну, река впечатляет, да? Ширина. Ты сядешь? Блин. Понаставили под ногами сумок. Не зайдешь, не проедешь. Ай. Никак убрать нельзя, да? Вон, чупа-чупс. Башня, видишь, стоит? Чупа-чупс? Вот он называется. Похож? Это диспетчерская морского порта. Иди выкинь лес. Чупа-чупс называют. Это там центральная площадь. Центр Туапсе. Интересно. Ну, пока что из поезда мы будем снимать. Мы, я думаю... Ну, осенью-то точно, я думаю, да, съездим. В сентябре, в октябре съездим, наверное, да? А может, в августе. М? Чего? Не знаю. Туапсе. Ну, не знаю. Помнишь, ну, этот? Знаю. Вот это? Да. Как его зовут-то? Ну, все, как пока его, на как этом. Его, а? Как его зовут-то?